Здорово, бойца. Слушай. Чего говоришь? Слушай, Гарри, слушай. Я Все кто-то уже хорошо. постреливал на 340. Паша, ты По-моему, я? ММка стреляла. Слушаю тебя. Ты на этих крайних домов сейчас находишься? Я стою, отошел буквально метров 50 от нашей высадки, пересек дорогу и стою, жду, когда мне что-нибудь скажут. Мне сказали ожидать доклада. Я стою, ожидаю доклада какого-то. Возвращайся к заправочной станции. Понял, возвращаемся, возьмем обратно. Обратно пошли. Зоник сам не знает, что делать. Да вообще жесть какая-то. Дичь. Где тут Зоник? Мы вернулись. Вам туда через дорогу. Зоник? Свои на 6. Да, подходи. Мы стоим около заправочной Я станции тебя больше. понял. Видишь, где сбор остальные? Через дорогу перейди. Не на через ту дорогу. Двигайся на север. Не направление, дай куда двигаться, я понял. Понял. Все, на север идем. Да сюда, родимый, сюда. Господи, я сейчас пристрелю тебя. Потерялся. Потеряшка. Сейчас пацаны секреты позовут и тоже сюда прям. Я их не нашел. В смысле не нашел? Ну там в домах никого нет. Ебануться. Где твоя разведка, Аздоник? Что мы вообще здесь делаем? Нам целый километр пешком, километр стоит идти до парапорта. Я 600 метров до этого. Охереваю, просто охереваю с ним. Чё? Может, мы пойдем нам 600 метров до города и 700 метров еще. Пойдем, пойдем. Паша, справа от дороги со своими бойцами, кто стоит в секрете, двигался так же, двигайся. Желательно на зеленке. Разведка на связи, слышим стрельбу. Разведка сразу докладывает кто? Хорошо, я вас не разберу. Разведка битва в городе. Дома впереди. Понял. Дома впереди? Вижу дома. Нам стоять из дома? Стрельбу где-то на западе. Не, пока двигаемся дальше. Понял, идем дальше. Мы в город вошли уже. Военный жив? В городе, возможно, свои, как понял. Принял, будем обратно. Своим тоже скажи, что они понадобятся связи, все. Там могут быть свои. Не могу, они без рад. Лучше не входи тогда, понял? Ой, они непроходимые. Зоник, там будут насквозь на проходить. Со своими встретились, куда убегать? Так, я вас вижу, мы тоже к вам подходим. Нам насквозь город пройти или остановиться? Нет, вам оставаться справа от дороги, понял? Не заходить в город. Паша, наблюдай, понял? Понял, стоим. Стоим. Ждем.
Так, Паша, слышишь меня? Да. Двигаешься дальше справа от дороги, доходишь до перекрестки, оттуда будешь начинать движение и атаковать. Остальные группы... Разведка, идешь тоже справа от дороги, и это... А остальная группа пойдет, наверное, по берегу пойдет. До развилки доходим сейчас вдоль дороги и будем заходить на порт. По направлению движения. Все вперед. Знаешь, наверное, все пойдут справа, потому что последний раз та разведка говорила, что их обстреляли. Бисмус, слышишь что? Да. Давай тогда сменим, по-другому сделаем, обыграем. Вы слева по дороге идете, там, ну, у моста там еще прочекайте все, и по берегу идете, а мы пойдем справа, окей? Аккуратно проверяй, на рожон не бей. Нам по берегу идти, я правильно понял? Да, так точно. Принял. Бисмут, если видишь там оккупанта, обе и так далее, тоже их гони направо от дороги. 280, значит. 290. Паша, у вас там контакт или что? Ничего у нас нет. Мы идем на 280 к порту. Я слышал стрельбу в ВВС перед нами. Я ничего не слышу. Какие-то странные. Так, мост полный включи. Понял, двигайся дальше уже. Так, свет какой-то у нас. На 260. Дошли к порту. Нам атаковать? Так, если... Разведку положили второго, прием. Поняли. Если не видите каких-то причин не атаковать, то можете атаковать. Мы будем скоро вас поддерживать. Просто настанет момент, когда мы будем в зоне света, и, скорее всего, придется в бой ввязываться. Вы наблюдаете источники света? Да это просто тупо все зоны света. Я понимаю, источник света есть? Не вижу. Так, тогда если саму порт осматривать, ну, представляет возможность осматривать? Прием. Да, я к технике подошел, тут дома некоторые вижу. Военная на связь. Мы ждем или пока не ждем? Впереди труп. Понятно. Впереди труп. Внизу. Так, сейчас нарисую. Где? Это. Вон прям по курсу. За кустиком. Новую, да. У тебя. Ниже. Она поверила.
А Зоник сказал, как можем атаковать. А, вижу. Можем атаковать, можем не атаковать. Понял. Типа самим же. Что-то мне тут свет лезть вообще не хочется. Нарисовал новую ДВ, двигай. Нам техник уже надо уничтожить. Где ты ее нарисовал? ПНВшки у них есть? На месте старые. Сейчас подождите, перелезь, не полностью упустил. Абрамсы вон там стоят, вижу, наверное, их надо зажечь. Я хоть гляну, кто такой, может. Все наблюдают новую частоту ДВ. Засветка-то. Прием. Кого наблюдаем? Новая частота ДВ нарисовал. На месте старой. Двигаемся по ней. Вижу, понял. Это ПЗ, вдоль забора бежит, это кто? Не знаю пока. Она. По своим. Свои. По своим огонь. Хорошо, что хоть косые. Блять, сука. Я в этот момент ДВшку менял, частоты менял и... Не наши или наши? Наши. Уничтожайте источники. За забором, слышите? За забором на 260, на входе там враг, прям за стенкой. Где вот калитка закрыта. Так там, где дым, там свои были, да? Да. Да. Блять, ну простите. По ним сейчас работает враг. Короче. Общий штурм. Кто будет? Кто на входе? Хочет, кто там на входе. Стрелять на поражение. Общий штурм. Вперед. Общий штурм. ДПшка. Забрался на многоэтажное здание. Это friendly fire. Да, это он и был. Там просто давайте бункер надо их держать. Да. Кого-то ранил? Не-не-не, меня глушануло просто чуть. А тут кто-то лежит, вот мертвый. Закваживаю его, засечу камбом. Так вот есть стенка, не упала. На кране против. Кран помещай, куюсь гранатомет долбанить. Куюсь гранатомет по крану долбанить. Взвел первый сетчик к дому. 40 секунд. КВ нету, пролечим рядом, чтобы бежали. От Абрамса первого к дому отходите. Осталось 30 секунд. На кране противник стреляет по вам. Если куюсь гранатомета, у кого-то он был, используйте его. Да нет, не хочу. Я
кого-то был, я помню. Заныкайтесь дома, выйдите, сейчас вас накроют. От Абрамса отходите, блин. Валите от Абрамса, валите от Абрамса, бегите оттуда. Все, бегите. Там двое на крае. Ой-ой-ой. ПЗ и тебя убили. Да. Блять, еще РПГ у них есть, да вы офигели, что ли? Весело. Там еще выжили. А там Манзай просто пипец. Я не знаю, я его пристрелю при встрече. После Анабана я его пристрелю. Как ПНВ отключить спектакль? Азарт живой. Н. Нет, у меня наоборот. Можно теплак включить. У меня, да, теплак можно включить, но у меня... Н, там много раз. Наверное. Много раз. О, еще там один живой. И два теплака. У нас там пять. Чего за тогда хера я по кому-то даже работал? Реально, два ПНВ, два теплака. Не могу. Паша, она не включается. У Банзая очень интересная система освещения. Короче, освещен все вокруг и все. Остался один азарт, короче. Пересвет такой дикий. Так нет, почему воды не видно? Ворону все хагает. Вокруг базы просто светлое пятно. Нет, у меня ворон нормально. У нас никаких приборов освещения, ничего нет. Ну, на базе-то видно? На базе видно, все. Так вам оборонять надо было. Никуда. Ну, плевать, мы хотя бы должны видеть, что вокруг. А с ПНВшками не видно тупо нифига. Так обороняйте внутренний периметр. На кране трое было, я как бы двое, а их четверо, трое. Четверо, по-моему. Все набились туда. Там реально, там все набились, короче. Я один бегал, там раздомил, пришил кого-то. ГПХ не пробил. Вот если бы не РПГ, все было бы зашибись. Да. Мы отстреливали. Танки бы взорвали и все. Если бы у нас частоты были, сколько вы настреляли пацанчиков, смотрите, на горим. Что-то Абнуса, по-моему, не взрывается, ни хрена не делает. Да руби, Паш, там один назад остался, поэтому делайте победу. Вдруг. Он лежит, отдыхает. А вдруг, как Банзай затащит? Пошло да. Этот не затащит. Затащит. Может, я раз в год и плохо стреляю, как говорится. Смотрите, как хорошо пробегает перед ним. Капец. Бля, зря пополз. Да что то нормально, а разыскаться будет. Вместо Абрамса. Кто шепчет в эту? Убьет сам себя гранат. Ну. Застрял по ней. Да, нормально. 10. Бросок года. Не, красавчик. Смотрите, сколько на гору прибежал. Здесь себя сейчас не бросил. Как вообще трупы бежали. Мама по Абрамсам насрать. Они не рубят сами. Пусть воюют сами с собой, чё. ПЗ, я муж взял. А там еще не ходил живой, я муж взял. На сохрани миссию, поставь там наркотики. Я, нет, я уже ничего не буду ставить. Больше спасибо за игру, ребятки. Да, Абрамс, все равно. Я уже все. У нас же часы перевели.